Вот сегодня утро раннее. Сегодня это означает 9 уже август 18 года, четверг. Вот я все успел сделать, прибежал к Сергею. Вот Володина обновка стоит. Вчера велосипед от священника Ресницы было. Решил заснять Сергея Павловича Пупкова, как он со своими питомцами тут. Каждое утро ходит заниматься в степь. Его машина тут стоит, и дрессировка собак Российской Федерации. Вот кто, если хочет познакомиться поближе, вот. Это мы здесь, это я на своей колеснице утром приехал. Начинаю рано, в 3 часа, сегодня я уже за компьютером был. Вот, это мой скворечник. Показать, солнце еще не взошло. О, Сергей Павлович уже готов. По полной форме боевой. А Виталий уехал или убежал на рыбалку. Вот у него здесь ураган и верный. Так. Ну, ураган, ураган. Ну, что. О себе напоминает, чтобы взяли его. Ну-ка. Ой. Так, второй. Тут я, может, не с той стороны зайду. Это у Павла Лапкина так было. На. Ну что, да? Охота. Что такое? Ураган. Ураганчик бегает, а? Что такое? Ну, я за ними следом. Показать, как идет тренировка по утрам. Каждое утро. Я у этого был, он тогда чемпион у него был. Около 2 часов, говорит, каждое утро. Пробежку с ними делает. Он шел в одной деревне, увидел, на цепи сидит собака. И он сразу понял, важно. Ну, она, говорит, такая злобная. Показывает, рука у него там искусанная. А это вот куб из травы. Ну, вот так он бежит бегом. Ничего себе. Так это мне не догнать их. Второй куб из травы. Это рядом Алексеев. Да где же я его догоню-то? Мне ноги не шевелятся так. Ну, тихо. На меня налетел. Дуралей такой. Прогулка. Оправляются. Вот они. О! За птичкой полетели. За...
за какой-то птичкой. Два дуралея. Вот они. Это поле. Это вот наша усадьба была. Проулок это так и назывался, Лапкинский. Тут у отца два загона овец. Если дождь, надо привезти было солому. Второй отдыхает, а потом режет кизяк. Вон он где. Тот ушел там ногу. Долго стоит на трех ногах. Это верный у него чемпионом стал. Края или как тут в Сибири. О, стоит. Интересно. Только не допускай, чтобы они это на пшеницу не забегали. Это абсолютно недопустимо. Он перебьет ее. Рядом пшеница невысокая, но очень густая. Ну, до самого там кто-то другие или он. Все это барабаша. Сергей тут что-то... Ой-ой, меня с ног шибут они. Вот у него тут столб занять, а рядом муравейник. Муравьи спят еще. Беги, беги, беги. Это вот такая потеряевка. Был 5, сейчас сделали 20, разрешили ездить. 5, говорит, шибко тихо. Пошел. Это хрен, все растет. Хреновые поля. Целые поля. Кто бы их выкорчевал? Так. Ну вот где мы живем. Ой. Это Володин дом. Там Виталий, Сергей. Там видно крест над ним, над домом. А дальше туда, там. Ловит. Да что ты, успокойся, успокойся. Рядом. Вот Сергей пошел рядом. Собака. Проходите. Каждый день надо тренировать. Это любовь к своей работе. Это работа. Он дрессирует у других собак. Они платят за это. Это непростая работа. Я занимался в уголовном розыске. У нас работа это не такая. Следовая была. Взрыв пакеты. Задержание, след, самое трудное было, через сколько часов. Игнатий, туда идите. Ураган, фу. Ну, сейчас на поле будем, на этом. Ураган, готовимся к соревнованию. В Бийск едем.
Ему надо. У нас этого не было, такого Кони. Упражнения. Кони! Капитан Ника... Никитенко вел у нас. Нет. Перед соревнованиями надо собаку завести. Оп. Чтоб она включилась в работу. Реда. 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 Ай, хорошо. Хорошо. Реда. Товарищ судья, спортсмен Пупков, собака Ураган к общему курсу дрессировки готов. Статья такая-то, сижу как террорист. Пожизненное заключение. Реда. Вот я видел в камере, там они все повторяют каждый раз. Туманит это такая вот. Пойдемте за мной. Сзади меня, давай. Вот он пошел куда. Меня туда зовет. Сейчас я покажу. Меня и собаку. Покажу его. За меня вставайте. За меня, за спину. Так, что там? Чтобы за меня, за спину вставайте, чтобы было видно и меня, и собаку. Ага. Буду. Давай. Расстояние. Работа с расстоянием. Он далеко, его почти не видать. Сидеть. Хорошо. Лежать. Хорошо. Стоять. Хорошо. Хорошо. Поднял команду. Хорошо. Жестом. Хорошо, четко, без страхов. Хорошо, нет. Хорошо. А тут там привязанный стоит. Шлует на ходу. У нас этого не было. У нас очень серьезные взрывы, выстрелы. Собака, чтобы не боялась. Взрыв пакеты. Чужое не брала. Все это рассказывать, это длинная музыка. Разные трубы пролазить. Я вот последнее было занятие. Сказали, там прошел человек. Я должен за ним идти. Найти его. Ну и сказал, след, она щелночным методом наткнулась на след. Я посмотрю по следам, в какую сторону идти. Собака-то не знает. Он дважды перешел речку Барнаулку. И мы все равно нашли след. И там ранжирный парк, вагоны ремонтируют. И там сливной колодец. Он в него залез и сверху железной крышкой накрылся. Ну, мы его оттуда вытащили, повели. А дорога встретили настоящего хулигана. Кресты ломал. Мы задержали. Еще назад, сзади. Сейчас буду подзывать. Ага, чтобы меня видно было и собаку. Ну вот видишь, тебя видно, а то далековато. Мне надо приближать. Да, я ну, приближаю, да, пока да, тебя да, не видно в это время. Подзывать. С этой стороны. Жестом подзываю. Забил. Должно бежать вокруг и сесть. Вот видишь, ты прикормки не даешь, а мы все время поощряли. На игре собака. Я его игрой поощряю, видишь? У меня сушеное мясо было в кармане понемногу. Или кусочки сахара. Сумку охраняет. Сергей сам туда идет. Видишь, сколько раз он ходил уже сегодня. Это и самого дисциплинирует. Я терял собак. Две собаки потерял. Рядом. Рядом.
рядом. А тут стоит там, смотрит, ждет. Это он замедленно так шел. Это я не я снимки делаю. Рядом. 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 Плохо. Рядом. Собака должна параллельно. Рядом. Времена меняются, много людей, видимо, приходит, поэтому у них вот это рядом, лежать, стоять, голос поднести. Ну и бывает и охраняет там какой-то. У нас было очень серьезно, взрыв, пакеты как начнут. Вот я и говорю собаку, ищи, она смотрит. Я обещаю патроны, вот где были стрельбища, она обязана поднести. Вот. Обязана. Только патроны. Буквально на языке, чтобы не зажать его. Иду, говорю, ищи, смотрит. Бутылки. Она все бутылки вокруг себя берет. Вот это вот что делать? У нас этого не было. Ну, это больше для цирка. Мы следовую работу вели. У меня вторая была, малышка называлась. За ней прилетели из Алма-Ата, продал туда. Уголовный розыск. У меня, видишь, трясется все это так. Не очень качественная запись. Сидеть. Стоять. Лежать. А это имитация как бы выстрела. Сидеть. Хорошо. 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 Знаешь, как мы. У нас больше поощрения было. Я вот работал с собаками, вообще наказания не было. Никакого. Другие там, стек у них там, ну, бичи, другое там, грубо, у меня не было. Только на любви. Ну, неправильно это, ну, у меня по-другому не получалось. Она никогда не возьмет то, что есть. Она любила у меня сметану и жареную рыбу. И вот я оставляю в комнате, и она сама не возьмет. Вот, видимо, с этим позанимался. Сейчас надо верного взять. Это ураган, который с нами проехал трижды по экватору. 120 тысяч километров прошли. Это далеко так рисую. Ох, как он этот моложе. А тот сердится на него. Того привязал. А этот бежит рядом. Мы команду рядом, они рядом. Отработали хорошо. Рядом. Прёшься. Товарищ судья, спортсмен Пупков, собака верного соревнования по общему курсу дрессировки готов. Рядом. Отсчет. Отсчет дает какой. Рядом. Буквально давит его ногу. Верно это. Ну вот я гляжу, он никакой прикормки ничего не дает. Но у нас это не было. И особенно у меня. Рядом. Место.
Хорошо. Сидеть. Да меня комары кусают, я дергаюсь, стою. Опор! Все, значит, это такая в виде гантельки, видно резиновая, чтоб принес. А тот ревнует. За хвостом гоняется. Рядом. Рядом. Может ползать вот в любую трубу. Рядом. Рядом. Замедляет ход, потом ускоряет. На голове держит эту тарелочку. Дай. Рядом. Да не заходи ты вперед уже. Прешься туда. Рядом. Хорошо. Рядом. 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 Хорошо. Рядом. Терпеливая собака. Рядом. Вот. Хорошо. Рядом. А тот ревнует. Ревнует явно. Кричит. Видишь как. Рядом. Стоять. Да, удивительная верность собаки. Пишут, что по интеллекту собака равна примерно Хорошо. Лошади. Хорошо. Больше никому. Хорошо. Вот там у меня так команда, Сидеть. Так много лошадей никто не тренирует. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Фу! Стоять. Хорошо. Забрал. А, верно, молодец. Мне кажется, она не на жесты реагировала, даже она на взгляд. Как она пела, когда мы «Христос воскресе» пели. И она выше, ниже. Оп, промазал. Так ловить-то ртом, не руками. Ходу сцепил. Тот завидует теперь охота. А двое они никак друг у друга отбирают, и этому не приучишь. Свое собачье животное на первое место вылазит. Сергей. Его осуждают за это. А вот этот кабель, вот этот ураган, он чемпион России. Подзащитная караульная, еще что-то. Какая-то женщина, ну, мужик оставил ее, оставил на память собаку и сына. Но его куда? Она не может поправиться. Это только
выключаем, несу усыпить. И Сергей взял из него такого, взял брошенный, погибший. А теперь видит, что он не так обращается. Ну, не так. А результат-то какой? Чемпион России, это звание лежащему не получить. Да, по моим формам грубо, недопустимо грубо, но кому как. Может, кому как раз и надо это. Товарищ судья, спортсмен Пупков, собака Ураган к соревнованиям по общему курсу дрессировки. Готов. Ред. Тот самый ураганщик наш ездил с нами от Владивостока до Лиссабона. Страны Европы, Скандинавия, Прибалтику, Север. Все мы прошли с ним. Ложимся спать. Мы совершенно уверены были. Везде он около дерева или где-то тут кол большой вбивали. И только в Уссурийском крае, когда были... Я его не выпускал. Уложить. Усадить. Поставить. Работа голосом. Уложить. Лежать. Тигры. Усадить. А тигр 330 килограммов. Стоять. Есть. Хорошо, браво. Ночевали, он в кабине с нами был. Хорошо. А так вот мы ездили сзади на четверых. Это газель. На четверых мы двое занимали. Он на полу лежит, коврик у него. Два коврика я их вытряхал. Каждый день его вычесывал. Каждое утро рано вставал. Часа два мы с ним занимаемся утром. Жалко, что шерсть не собирал. Много шерсти. Это тут можно было варежки, значит, сказать, носки навязать. Ну да, бич бросил, ну и правильно. Ко мне! Место! О-о-о. Охота ему была эту синенькую тарелочку взять, а не дал. Носом. Рядом. 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 Сидеть. Прям подкатилась под ноги мне петрушка эта. Упражнение на срыв выдержки, бросается гантеля, собака, чтобы не срывалась. Она у меня прям под ноги закатилась. А тот ревнует, а тот ревнует. У столба привязать есть, где здесь удобно. Трава скошенная. Бедная собака. Собака, ее мучитель я называю. Вот он теперь его на себе таскает. Мы также играли с ним дорогой, он это знает. Любит у деревьев сучки отламывать. Всё, нашел. А есть ньюфаундленды, фаундленды, те ныряют. Вообще спасают на воде. А вот сенбернары, те в горах, под снегом. У него все, да вплоть до вина, бочоночек. Там, ну, чтобы человеку взбодрить кровь.
Все. Репертуар в основном окончился. А нам одному никак нельзя было. А тут даже так на себя натравливают, ну, чтобы вроде как сцепился. У нас это не было. Если задержали, то мы только сурово разговариваем. Он идет впереди метров там на 5, на 10, чтобы напасть не смог. Ну, это времена другие. Я не настаиваю, просто говорю. Рядом. Сейчас вот параллельно со мной походите с камеры, чтобы он не отвлекался. Рядом. Так, пойдем. Так, мне тоже надо идти. Я рядом. Иду. Рядом. Потому что там судья будет на соревнованиях. Рядом. Ай, хорошо, молодец. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Да, да, рядом. Рядом. Давай, 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 рядом. Ой, хорошо. Браво. Привет. Хорошо. Сейчас маленько его разыграть. Дай. Рядом. Рядом. Он и за игрушку работает, не за лапы. Рядом. Бывает, где-то прокладывают трубы, длинные трубы. Мы обязательно собака, чтобы через трубу прошла. Она идти-то там не может, ползет. Самое трудное было это... Самое трудное. Это стреляет когда, чтобы она ползла и напала с тылу. Это исключительно трудно. Собака, она на прополую идет. А здесь так, она должна обойти и напасть, когда он не ожидает. Даже это труднее, чем, допустим, из вагона стрельба идет или идет машина, и собака туда проникла. Вот это. Карасупа, сколько их потерял? Султанов этих. Теперь снова это торопится, выскакивает. Это верный называется. Это немецкая овчарка, но свет такой интересный. Какой-то на волка похоже, наверное. Сергей Павлович, кинолог, очень известный. Он преподает и... Товарищ судья, спортсмен Пупков, собака верный к соревнованиям по общему курсу дрессировки. Готов. Фас. Фас. Рядом. Тренируется, как сказать. Такой-то, такой-то, камера такая-то, статья такая-то, вот там. Задержан Асланов. По Бесланам-то. Ну и должен все это оттарабарить. Выучить наизусть. Жестом усадить. Жестом поставить. Жестом уложить. Встал. Голосом лежать. Усадить. Сидеть. Голосом поставить. Стоять. Голосом уложить. Лежать. Четко. Ай, браво. Сколько надо ходить, команды отрабатывать. У нас тоже команды, все это было. Но у меня она без ошейника собака была. Послушание. Ну, мы в первое место держали всегда.
Ни на шаг. Если я ложусь спать, охраняю около кровати, никого не допустят. Бесполезно. В магазин подсаживали, задерживали преступников, разбивали окна, взять не могли. А меня их кинули к соседям. Продавца привезли, а зайти нельзя. Соседи говорят, так суббота сегодня он в церковь убежал. И они меня в церкви нашли. И туда привезли. А утром, когда снимаем, я захожу туда с целлофановым мешочком. Если случайно направилась, ей места-то нигде нет, не готовится. Затер. Рядом. Лежать. Место. О, ты меня шибет так. Прыгнул такой из трассы. Тут метра 4, наверное, летел. Хорошо. Поближе подойду. Ко мне! Па! Место! Ищи место! Ай, брависсимо! Хорошо. Так вот запоминается повторение постоянно. Ну, видишь, он взял большое, а я учил его. Месячную брал. У него все взрослые. Щенка его Сергея не видал. Вот когда у него с собой, многие собаки у него там разного калибра. Рано, ну только этого людоеда не видал. Пильбульера-то. Рядом. Ох, как смотрят. О. Рядом. Ну, это на выставку все готовят. На выставочные собаки. По работе-то кто? Я с Николаем Кручиным был. Он говорит, через 24 часа след брали. Ну, у меня не было этого. 4 часа. Я так работал. Ворота на месте, налево. Рядом. Хорошо. Кругом. Рядом. Право. Рядом. Гуляй. Конвой. 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 Вперед. Козел. Дальше. Вперед. Па. Фас. Красава. Сходу схватил. Несется. Ему это забава. А зубами-то щакает как. У меня собаки так не прыгали. У Сергея разного калибра собаки. Всех положит на бок, как мертвые. И рядом кота. Кота даже так положил и сам лег. А батюшка смотрит, так они живые у тебя или нет-то хоть? Лежат. Я никогда не работал с двумя собаками. Хотя у нас было 4 собаки с отцом. У него 2 были, как волкодавы. Овечек охраняли. А один так... Пират черный. Видишь, походя его учит.
двоих. Но, брат, это разорвут эту тарелочку. Там лес. И там вот видно, железная дорога идет. Сейчас отбирать Гали. Будет, это точно. Он как прыгает этот верный у него попрыгунчик. Спасибо. Опор. Побегайте. О, это тоже мы так дорогой так занимались ураганом. Николай Крущинный ребенок родился тоже и назвали Мироном. Здорово, такие имена красивые. Где ты найдешь Мирона сегодня? Миронов фамилия депутат есть. Говорят, хороший. Справедливая Россия, что ли? Да. Дай! Сергей, мучитель. Дай! Гуляй! Гуляй! Вперед! Пас! Верный! Опор! Хорошо! Лежать! 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 Он не потеряет эту вторую-то? Лежать! Опор! Лежать! Ишь ты! Лежать! Тварь невыдержанная! Фу, ко мне! Ищи! Ураган! Хорошо, верно! Хорошо, ураган, ищи то! Оп! Хорошо! Она синенькая, ее видать! Хорошо! Верный! Мы на завтрак не опоздаем? Дай! Пойдем, все! Пойдем, все! Хорошо, ребята, молодцы! Хорошо, ну там Володя кочегарит. Чемпионы! Чемпионы мои, мустанги. Хорошо, хорошо. Хорошо поработали. Молодцы. Да. Верно, ты очень сильно возбуждаешь. Вперед заходишь. Вперед забегаешь. Я буду бить груда. Да. Ой, аж дрожит охота. Вот это бегать, ловить это для них. Трава мокрая, роса. Шубу помыл. Где сумку? Неси сумку. Хорошо, я. Сумку неси. Хорошо, мячик. Молодец. Хорошо. Володя кочегарит.
Какие-то, видно, гнилушки жжет. Это первый дом, который был. Вот он, где самана, потом батюшка обложил кирпичом, и колодец так завалился. Это Павлов дом, Никита был в нем, ушел. Алешка. Ну, а там... Вот утро, солнышко светит. Ох, аж пар идет от них. Еще не забыли? Нет. Игрушки-то свои. Вот сегодня показали, как занятия идут. Кто-то, может, возьмет что-то для опыта. Ну, вот так. Слева ураган, а впереди идет верный. Увидали птичку. Вперед. Хо! Вот так. Бедный петушок. Для него это серьезное испытание. Вперед! Вперед. Хорошо. Хорошо. Вперед! Вперед! Дичь! Хо! Хорошо! Хо! Хорошо! Бедный петушок. Хорошо. Вот для кого. Курица написана, показана картинка, и за ней три или четыре тигр гонятся. Вот, говорит, у кого проблемы-то. Она курица взлететь не может. Ну, курица не птица. Это Алеша для его козочек. Особенно козы опасно, чтобы они их не трогали. На солнце мне никак нельзя по-другому. Вот, Сергей Павлович отработал. Ну а тут я подсветился сегодня. Привязал его, все, успокоился. Теперь кормить надо. Это не просто так. Поводков сколько. В машине у него специально. Это послал на место, он знает, куда идти. Под шиферинки. Ох.
Вот так все закончилось. Ну, Сергей Павлович все закончил. Я теперь первый захожу. Все. Доброе утро, болящие. Ну как, здоровье? Лучше. Да нормально сегодня. Ты что ты ножом кого-то? Легче, говорит, рукой оторвать. Быстро, чтобы. Давай, готовься за стол. Вот в это занимался. Это снимает верхнюю одежду. Это для тепла. Потрогайте, ты на мокрое, нет? Ну что говорит, то... Ясное дело, труженик. Это-то работа. И вот тоже рыбачит работа. А сзади сидит, ждет рыбки. Ну, я ей дам сам, когда придет время. А где, Володя? Морковкой пошел. Ножом не маши около лица. Положи нож, тогда рукой гони комара. Даже не заметишь, как глаз выткнешь. Сколько учу я там и ничего не научил. Ну ладно. Ну, готовится завтрак. Все, пока.